очередь сил тьмы запрещать героя. Очередь сил света запрещать героя. Ну что же, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на противостоянии команды Изивин и Рудов, их же дьяволов. Очередь были проблемы сил, с тегом Рудов, героя. И все-таки мы решили, чтобы Руды играли без тега. Не ставился тег в лобби, не знаю, на что на это могло повлиять. Итак, первый бан от Изивин залетает Undying. И второй бан залетает сразу же Shadow Demon. Сил света запрещать героя. А вот команда Руды первым баном убирают сразу себе Вайда, и второй бан сейчас мы увидим. И убирают также по тьму. Очередь сил тьмы выбирать героя. Смотрим на пики от Изивин. Что они возьмут? Lion. Это Леон. Это очередь контроль. Сил света выбирать героя. Очень хороший саппорт, как по мне. Во все времена был очень хорошим суппортом. Им и остается, в принципе. Ожидаем пика от команды Руды. Можно называть их просто демонами там. Или дьяволами. По-моему, дьяволами правильно все-таки переводится у них. Дополнительное время. Первый пик у них. Очередь сил света выбирать героя. Интересно, что они хотят с ней делать. Какая-то комбинация, не знаю. Rangerful Spirit, Draw Ranger. Очередь сил тьмы выбирать известная героя. Не то, что ситуативная, а известная комбинация. Через две пассивочки. Это будет какой-то пуш, я так понимаю. Потенциал у команды Рудов. Они же дьяволы. Осталось. Ну и чем же будет отвечать Изивин? Сейчас увидим. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Берут они дополнительное время, призадумались. Нужно думать, чем останавливать этот дикий пуш. Слишком много дэмэджа будет под теми же двумя пассивками. Не знаю, там еще когда-то в паблике брали бестмастера под все это дело, чтобы еще и скорость атаки была огромная. И просто собирались впятером на 10-й минуте там и ломать чуть ли не Т3 противника. Keeper of the Light. Но, берут они Кипера. Очередь сил света, ну, в принципе, героя. Неплохой такой отспам от Кипера с помощью его Иллюминейта. Ну, не знаю, смогут ли справиться с этим Изивин. Все-таки Рокса заберет какой-то БКБ. И все равно будет ей найти Иллюминейты. Она просто будет прожимать БКБ, там, не знаю, стоять, все равно ломать вышки. Банится Луна. Кстати, возможно, заехала бы она к Рудам, но нет. Думаю, что не планировали бы они брать Луну. Банят они Свена. Чтобы никто не мог быстро добраться до... Осталось 10 секунд. Той же Draw Ranger. Мне кажется, это будет какая-то Draw Ranger в мид, и, возможно, они еще возьмут Морфа или Разора там ко всему к этому. И просто запушат. Дополнительно. Думают время. Над баном. Команды. И убирают они Тинкера. Ну, Тинкер тоже противный герой. Очередь сил тьмы запрещать героя. Сложно. Когда в команде есть Тинкер, заходить на хайграунд. Эти машинки от него — это какая-то жесть просто. И бестмастера убирают Изивин. Знают они кто-то. Ну и кого же будут добирать? Дьяволы. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Задумались они, конечно. Дополнительное время.
Не знаю, как Тайдхантер. Решили взять, короче, для замесов. В принципе, все герои не такие уже плотные. Там Кипер, Леон, Рэвидж и Трекса, в принципе, их разваливает этот Рэвидж. Двоих, причем саппортов. Практически осталось моментально. 10 секунд. Спирит Брейкер. Баратрун заходит. Очередь вот в сил света. Я так понимаю, это офлейн какой-то Баратрун. Ну, так как два саппорта уже есть. Кого они собираются Баратрун ловить? Я не думаю, что Профетку будут. Nature's Prophet будут брать. Осталось 10 ребята секунд. Из рудов. Не осталось знаю. Осталось 5 секунд. Не думаю, по крайней мере. Дополнительное время. Забирают ребята инвокера. На это будет Каритракса. Инвокер нет. Какой-то уже не совсем получается. Это какая-то пуш-стратегия. Такой больше тимфайт. Ну и в принципе можно ходить в пятером. Инвокером даже пушить. Под Алакрити тоже нормально. Хотя, почему? Неправильно, я думаю. Сплитить с этим можно. Можно даже забирать вышки. Осталось когда 5 у Тайдхантера есть кнопка Рэвиджа, я не думаю, что ребята из Зевин будут очень сильно хотеть драться с ними. Дополнительное время. А возможно, это будет еще и Квас Уэкс. Инвокер. Не знаю. Посмотрим. Но все-таки, мне кажется, через Экзорд здесь как-то будет помощнее. По крайней мере, киперов там всяких под стан Венги просто на изи с Санстрайком забираются. Думают ребята из Азевинка уже им взять. Не знаю, что-то можно посоветовать, конечно. Возможно, какой-то Джаггернаут на файт, чтобы в Верли и в мидгейме можно было как-то драться вообще. Им нельзя брать супер таких лейтовых кэрри сейчас. И они забирают Death Prophet в мид. Очередь сил света запрещать героя. Интересное решение от Изивин. Ну и пошли у нас пятые баны. Осталось 10 секунд. Нужно сейчас руды убирать. Какого-то кэрри. Осталось 5 секунд. И убирают анимарфа. Очередь сил тьмы запрещать героя. Изи вин. 23 секунды и 26 секунд дополнительного времени. Нужно им немножко быстрее думать. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Берут Изивин дополнительное время. Они все-таки улетают в бан. Очередь сил тьмы выбирать героя. Ну, по-моему, это не самое лучшее, что могли бы взять ребята из команды Руды. Думают над пиком сейчас Изивин. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Совсем немного времени у них остается. Время. Осталось 10 секунд. 10 секунд остается у команды Изивина. Нужно решать им, какого кэрри они хотели бы видеть сейчас в этой игре. Они забирают Queen of Pain. Очередь сил света выбирать героя. Пока что не очень ясен пик от команды EasyWin. Это больше похоже осталось на набор героев. Возможно, они не успели просто решиться с кэрри. Осталось 5 секунд. Команде и рандомно им дало Queen of Pain. У команды Руби времени подумать немного больше. Решают они
наверное, брать между саппортом и оффлейнером. Все-таки которого можно оставить и в саппорт, например, какого-нибудь лесного, который будет недалеко стоять от мита и будет помогать блокеру, если что. Что же думает команда Руды последним пиком, что они тоже, наверное, хотят затянуть до конца просто. Потратить все свое время. А может, действительно думают, что бы взять такое. Да, мне кажется, тут можно даже, в принципе, пикать какого-то люкана в лес и просто идти давить. Да, там есть, конечно, ультимейт Деспропет, есть... Ультимейт от Клопы, Sonic Wave, и есть Illuminate, но, блин, этого будет недостаточно. Под хаулем вся команда с форжами будет ломать эти вышки, просто, не знаю. И они забирают Энигму, воу. Вот это огромный просто. Тимфайт будет очень жесткий. У команды Руды. Не решились они идти в пуш. Вылетает у нас опять, как обычно, из лобби. Стандартная ситуация. Пока что переключу худы. Так. И заходим в игру. Ну что ж, начинается у нас первая карта. Сейчас мы посмотрим, как расставят линии команда EasyWin. Потому что я пока не понимаю, это Carry Queen of Pain. Это ж... Ну, я не знаю. Но, по-моему, это уже не та мета. Когда Queen of Pain брали в оффлейн и в кэрри. Ну что же, будет видно. Какая, думаю, можно представить команды. От команды Руды Венди будет играть на Энигме. На инвокере будет играть Хейв Хоуп. Один делить на один, ну, в общем-то, единичка. Будет играть на Тайт Хантере. Блэк с Солями будет играть на Дроу Рейнджер. И Батчер будет играть на Венжфул Спирит. Команда EasyWin. Winner будет играть на Queen of Pain. Black Fox будет играть на Keeper of the Light. Малой будет играть на Леоне. Халитус какой-то. Может, Халитус? Наверное, может, Хайлайтус какой-нибудь, не знаю. Не знаю, как правильно читается ник. Он играет на Деспропит. И Hand of Popeye играет на... Не помню, кто у них там пятым пиком был. На Баратруме, да, будет Баратрум, вот, я вспомнил. Что ж, как обычно, у нас проблемы с коннектом в лобби. Стандартно все, ничего нового. И ждем, пока команды вернутся. Все игроки команд вернутся. Состав. Начнется все-таки игра. Так, возвращается у нас Энигма. И осталось два человека. Для тех, кто не знает, можете зайти посмотреть, ну, те шуточки комьюнити, там, кто-то комьюнити про Глебаню Фаника. Можете зайти на его твиттер и почекать там. Слишком много грязи он вылил на всех людей из СНГ. Да, и там со стрима рофлы пошли, типа, что 0.7. На ком-то там было, на Тускаре. В общем, информация вся есть, можете потом почекать. Только собрались гол, и Дроу Рейнджер вылетает. Какое лобби, а? Может, стали голем запустить в следующий раз, не знаю. Но обычно на Люксембурге ни у кого не лагало. Можно пока порисовать. Ладно, ждем. Ждем, ждем, ожидаем. Что такое пиплиз? Я не знаю, что такое пиплиз. Хм.
Hello. Привет, стрим, ребята, вам игроки пишут из игры. Развлекаются, короче, как могут. Ждем. Вот вроде все команды. Началась у нас игра, да. Я как раз возвращаюсь. И опять ставится пауза. Ребят, ну это уже не серьезно. 5 сек просит. Винер. Ну что, все-таки игра у нас начинается. Посмотрим, как распределят свои лайны, ребята. Так, ну тут понятно, Дроу Рейнджер на изи, в оффлейн идет Тайд Хантер, Медовый Инвокер, Лесная Энигма и Рейнджер Фулл Спирит пойдет на сейф лейн на поддержку. Тут я пока не понимаю, зачем прилетела Дес Пропит и Квин оф Пейн. И Кипер туда же бежит. Туда же летит Леон, как я понимаю. Да. И Баратум стоит на базе, типа, чтоб с разгона. А, они, наверное, хотят поймать Тайд Хантера. Возможно. Ну, по-моему, не лучшая идея, конечно. А команда руды секунд до начала собирается сражения. На нижней руне. В общем, файтов, я так понял, никакого не будет в начале. Ну и да. Не прикольно. Немножко не угадали команды. Возможно, они не хотели файтиться. Хэдхантер тут один. Возможно, он даже и сможет отжать руну. Нет, пошла банша за руной, и я думаю, без боя достанется Вокер руна и банше руна. Битва начинается. Вылетел опять Дроу Рейнджер у нас. Это как-то прям вообще что-то жесткое с интернетом. Бывает, конечно. Мы ждем. Выбора нет. С сервером проблемы. Хорошо, может быть, ребятам надо пересоздать сервак все-таки. Пики есть. Если что, они знают, что брать. Гоу пишут ребята, и, ну, я думаю, продолжится игра на этом сервере. Все-таки это будет медовая Queen of Pain. Дес Пропит пойдет на Изи Лейн как Кэрри, и что, я пока не понимаю прикола пика от Изи Вин. Да, мне кажется, это будет, я не знаю, пока класс Векс не ясно. Возможно, это будет и класс Векс, ставятся агрессивные варды такие. В принципе, дефолтные, но агрессивные. Тайдхантеру там будет стоять не очень, мне кажется, комфортно за счет того, что там есть Спирит Сифон, и можно пытаться этого Тайдхантера даже как-то убивать вначале. То же самое можно сказать и об Аратруме. Так, Дроу Рейнджер возьмет себе Сайленс хотя бы на единичку и будет сбивать ему разгон, если будет попадать, конечно. Все-таки убивают, как я и говорил, Тайдхантера. Немножко я не увидел, как это происходило, но зафиксировал смерть. И размочили счет от Изивин. Все-таки я говорил, это будет неприятно, да, был потрачен сифон, стан, ну и задувочка, естественно, все это очень больно. Бля, Тайдхантер еще ни разу не взял Кракен Шелл, как бы. Ну да. И там вроде магический дамедж, он блокирует физический. Не помню, как я там это работает точно. Так. Снизу фармить спокойненько. Дроу Рейнджер. Что,
выполнены более-менее хорошо. Тут Vengeful Spirit пытается как-то размениваться по ХП Баратрумом. В мид стягивается Кипер и пытается прогнать инвокера. Но не так все просто, как хотелось бы. Там Баратрум, возможно, готовился бежать, но нет, передумали. Все-таки, мне кажется, они тут не прогонят инвокера никак. Да, это будет класс Векс инвокер, как я и говорил. Но мне кажется, что класс Векс тут... Из Экзорда было бы что-то более жесткое. Ну да ладно. Пытаюсь по ХП как-то размениваться. Тут Queen of Pain может и отъехать, но нет, не попадает. Вовремя она упрыгивает, не попадает ветрами инвокер и... Пока что разбегаются ребята. Тут оставляют Тайдхантера против Банши в соло. В принципе, на его и в соло уже может наказывать. Фан в 2. Ставится какой-то вард. Неясный от Тайдхантера. Наверное, это был какой-то мисклик. Там в это время выходят в мид. Тут же Баратрум сюда бежит. И большие проблемы вот у инвокера начинаются. Мне кажется, все-таки не смогут они его забрать. По крайней мере, даже если смогут, тут может и приехать. Ну, нет, все-таки смогли они его забрать. Тут ни одного сейф ТП. Приезжает еще Queen of Pain, добивает ее вышка, и ребята отходят. Может, какая-то дизенфа была, я не знаю. Баратрум возвращается обратно на лайн. Центральную башню сил света закупился, возвращается назад Леон. И опять все тихонечко возвращается на свои места. Купает себе сразу фейсбук инвокер, чтобы ему было полегче фармить. Также тут Киперс расставляет еще один вард. Не знают об этих вардах ребята из рудов. Но зато на фрифарме стоит Дроу Рейнджер. Правда, она проседает по сравнению с той же Деспропит. Но я так понимаю, у рудов Венди на Энигме фармит просто за всю команду. Помигал там, помигали на Тайдхантера, видят, что он делает стаки, что стоит там их заблочить все-таки. Но никто пока этим не занимается. Рядышком все время стоит Keeper of the Light. Возможно, это будет какой-то еще очередной выходный выкрой. Нет, Keeper of the Light, я так понимаю, собирается зафармливать вот этот стак, то что фармит. Пытается сделать себе Тайдхантер. Да, вот я вижу, он ему отчаянно просто мешает. Мигает он на рунное ускорение, понимают ребята, что там стоит вард. В итоге Тайдхантеру не дают вообще ничего делать пока что в этой игре. Баратрум там вроде не умирал, все нормально. Фармит Дроу Рейнджер, не фармит Винга, и в общем пока все ровно. Спокойненько стоится. Дроу Рейнджер, правда, очень проседает, наверное, лагает все-таки у него, потому что не сильно перефармивает его. Ну как, не очень сильно, но на 8 крипов, на 7 крипов обходит, по крайней мере. Ну чего, ребята могут собраться, всегда есть кнопка ревиджа. Главное, Тайдхантеру как-то получить этот уровень. Забирает руну хосты Queen of Pain, и возможно это будет очередной выход на инвокера. Да, побежал сюда уже Баратрум. Нужна какая-то халупа, но нет, ничего не знает. Ставится ЕМП, торнадо, возможно инвокер еще выживет. Есть у него инвиз, да, уходит в инвиз. Задувка, нет, не добивает. Нет, все-таки добивает задувкой. Разменивается низкой на фпейн. Но тут еще может подстрять Энигма. Или он тут ее отчаянно разминает. Но нет, ребята развернулись. Там подходит еще Венга. Венга сейчас может принимать Леон. Но нет, 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 все, разбежались ребята в разные стороны. Никого Венга здесь не догонят. И 209 голды, 208 голды получает команда из рудов. И 239 голды получает команда Easy Win. Более-менее, я бы сказал, равный размен. То есть это, не, это слишком был затратный для Easy Win размен, я бы сказал. Ну, стянулось очень много героев. Убили только инвокера, потеряли Queen of Pain. Дали фраг Энигме, как бы, которая до даггера немного осталась, она будет уходить с леса уже с блокхолом. Посмотрим на эти замечательные блокхолы. Так, руну отжимает Тайдхантер, как я понимаю. Это было одно богатство. В инвизе тут ходит Винга, может она... Есть там вард, видят ее, полили ее. Ломается
Еще один вард команды рудов. Появились движ, и ничего у них не получилось. Леон тем временем стоит там, ворует экспу от Тайдхантера. Никто его не видит. Это пойдет задулочка от Кибервзвайта, но, по-моему, она кривовата. Да, кривоватая задулочка, и не получает, не удастся забрать им фраг здесь. Подходит сюда еще Queen of Pain, но безрезультатно, короче, они тут пытались загангать. Конечно, я не понимаю, что делает Винга на этой карте, она просто качает пассивку и все. Появляется, да, герой Энигмы, и, возможно, скоро будут врывы. И человек, конечно, также ходит на миде, и пока не сильно у них что-то получается. Я бы отправил Вингу куда-то помогать Тайдхантеру, как-то Деварди, там, я не знаю, ну... Дроуренджер 6 уровня, Баратруму ее в соло, в принципе, вряд ли таки заберет. Есть Сайленс, и там скоро уже Драгон Лэнс будет на подходе у Дроуренджера, так что шансы все есть. Видели они Леона, что в их лет заходят ребята, можно поймать кого-то, попытаться. Леон тут пришел пофармить, я так понимаю. Это какую-то жесть рисует ребята на карте, прям, я не знаю, это выход на Дроуренджер. Да, это пытается выход на Дроуренджер, там еще бежит Кипер. Туда же перетягивается еще у нас Человек Блэкхол, она же Энигма. И, возможно, сейчас будет какой-то интересный файт. Пока все ровненько, пишут ребята, что лаги, ну как бы, я не могу ничего сделать, лаги, это не моя вина, это серверы. Сейчас пойдет задувочка, и просветили Эниму. Очень неприятно, знают они уже о ее нахождении здесь, и я так понимаю, ребята просто отойдут, или нет, или будут толпиться. Сейчас пойдет еще одна задувочка, хотят еще просветить кого-то. Ну, вроде как, не должны были видеть они сейчас этот Вингу. Отходят ребята, Queen of Pain стягивается тоже, нет, Queen of Pain стягивается в мид. Дед Хантер тут, у него уже появился Аркан Буци, уже неплохо. Уокер спокойненько фармит, стягиваются, да, ушли ребята отсюда, и перетягиваются они, я так понимаю, в мид на инвокера. Нужно быть осторожнее инвокеру. По-моему, сейчас Винга поймает у нас Леона, и можно его даже забирать. Опа, видит Леона, пошли стан от Энигмы, стан от Magical Spirit и мида минус Леон. Видит такой фраг. Далеко ли он пошел, далеко стоял. И ребята отправляются командой, должны, правильно, там пошла черта, что нужно все-таки забрать Баншу, у нее уже есть Ю. Нет, пока они просто толпятся в миду. Так, это возможно выход на Queen of Pain, но нет, Queen of Pain отлетает. Инвокер докупает себе Винвейс, Брейсер, ничего такого. Забирает Vengeful Spirit руну богатства. Queen of Pain ничего не имеет. Кипер тоже. Spirit Breaker тоже ничего не имеет. Там мигают на инвокера. Пошел уже разгон на инвокера, кстати. Там сзади обходит Леон. Тут лопа, и это будет минус инвокер, я уверен. Тут сейчас под стан и под все. Пошел стан, забирают, да, это, в общем, нет, стоп, он еще ушел в инвиз, нормально, а тем временем сверху ребята втроем загангали Баншу, в итоге получилось 447 золота и 720 опыта в копилку команды Руды. Неплохо подрались. Я понимаю, тут мешает котел очень сильно Траксе своими задумами. Ну, не сильно он сможет приостановить ей фарм, хотя, в принципе, под спидбрейкером, если бы у него был 6 уровень, вдвоем они могли бы уже ее загангать, например. Опять идет задувочка. Да, нужно отспамливать линию. Бэкхо, кстати, потратили. Ревидж тоже потратили. Все в одну баншу. Да, много ультимейтов они потратили, но все-таки убили. Это неплохо. Немножко приостановили ей фарм. Тракса уже начинает догонять ее, в принципе. Так, там выход, возможно, нет, улетает лопа в мид, и, возможно, это будет выход в мид. И человека в миду из команды Easy Game, возможно, видели их на варду. На вот этом вот варду видели всю команду. Знают они о том, что тут все, и инвокер просто стоит более сейвово, аккуратно не палится, так сказать. Притягивается назад Баратрум.
Хотят они его сильно пикают, они на Drawranger, хотят они ее все-таки забрать, но не думаю, что Венга даст Drawranger здесь так просто умирать. И поэтому ничего не выйдет. Также опять трое толпятся в миду, Кипер встаивается на низ, мигают, возможно, на Рошана или на том, что там есть вард. И Нимба все это время фармит, скоро у нее уже появится мека, намек на меку уже есть хедресочка. В миду там инвокера все-таки пытается как-то напрягать его, он вместе с клопой, но ничего у них не выйдет. И там Тайдхантер погибает от Соло, Дресскопит, я так понимаю, она потратила ультимейт или что? Или как, он ее, как она его добила? Нет, просто Сайленс, Сифон, понятно. Так, там на руне, возможно, будет стычка, нет, пока никакой стычки не намечается. Расставляют форты. Верхнюю башню сил света атакуют. Энигма понимает, что это выход на низ. Прячется трек Drawranger. Венга должна тоже прятаться. Спалили эталончики Баратрума. Энигма отходит. Понимает, что в их лесу сейчас находятся ребята. И там еще бегает под молком клопа. И это можно сейчас тут нормально даже запушить. Я бы на месте Рудов перетягивал склада наверх и просто забирал бы в Деспропит. Ну нет, к Деспропит уже кто-то летит. Летит сюда Баратрум. Перетягиваются ребята наверх, как я понимаю. Это что-то они там ТПшки покупали или что? Или будут пушить низ? Непонятно. Инвокер в миду с Энигмой, с талончиками сейчас будет ломать мид. А вот 2 ТП пошло, 3 ТП пошло из миду. Если бы было больше людей тут из команды Руды, я бы нам нужно было подраться. Потом как раз через 2 секунды блокхоу, ревич, потом блокхоу, и минус вышка была бы, и минус те 3 человека из команды Easy Win. Такое очень ровное противостояние. Обе команды выфармивают свои итемы, набирают обороты. Так, он вот начал агрессировать. Ну, никого он тут не заберет, понятное дело, так просто отогнал людей отсюда. Покупает смоук у нас Винга, и возможно это будет какая-то вылазка в смоуке. Не знаю. Сейчас увидим. Верхнюю башню сил света. Drawranger уже почти собрала себе Dragon Lens. Такое турбо-турбо. Я не понимаю. Я не понимать. Мигают тут варды, также видели, что на вардах сломали все это дело команды Руды, и в общем ждем, смотрим, там сверху напрягает Дескропит Дима, притягивает сюда Тайдхантер, но у него уже есть эти даггер, он его еще не спалил. Мигает синий игрок какого-то Рошана, или это на Траксу, Тракса уже собрал себе Драгонанс и все-таки пушит лайн. В миду Леон летит вниз, как я понимаю, на Траксу. Вдвоем они, конечно, вряд ли заберут, но попытка могла быть. Queen of Pain выходит сразу в Аганим. Ну и Баратрум пока тоже ничего не делает на карте. У него есть Арен Талон. Верхнюю башню сил света. Есть Виндвейс и у нее есть Pain Drop. Так, полетел. Нет, не полетел Баратрум в мид. Передумал, ставит Сентряк. В смоке заходят ребята из команды Руды, что-то знают об этом, по-моему. Баратрум спалит всю движуху атакует. Просто, да, Баратрум палит всю движуху. Возможно, драка будет несколько... Нет, ну, забирают просто Баратрума тут. В принципе, изи. Сверху ломается вышка, засплитила ее. Потом засплитила уже Деспропит. Ну и файт может быть, ультимейты не потрачены, нашли одного, нашли другого. Нет, все-таки инвокер перетягивается вниз, и это будет сплит ниже. Так пошел бы. Пошел Ревич, забирают котла просто. Как я и говорил, стан Винги, Ревич это минус котл. Изи. Блэкхол, кстати, не потрачен. Снизу вышка сейчас тоже будет падать. 341 голду, 450 опыта, 460 опыта зарабатывает команда Руды. Тут Тракса нашла Леона, или Леон нашел Траксу. И отходят, забирают там руну дабл дэмэджа, и пойдут они спокойненько ломать сейчас. Если закучкуются сейчас ребята, вот-вот-вот-вот, там сейчас может Энигма просто впрыгнуть в троих, могла... О, неудачный блок. Зацепили, конечно же,
для Спраппет, но все-таки неудачный. Могли зацепить много больше, и в итоге они уложат всю команду, учитывая то, что Леон был убит ранее. Возможно, даже... Нет, Леон подбегает, дает палец в Траксу, Тракса умирает. Все-таки Леон свое отыграл, за свою смерть он отыгрался. Это еще возможно, сейчас он... Нет, не заберет он Венджер Спирит. Умирает Леон, это, в принципе, это Team Y. Немного растянутый, 1042... 1042 голды и 2830 экспы получает команда Руды. И отходят. И я думаю, если бы Black Hawk все-таки попал тогда по троим людям, то драка могла бы быть вообще 5 в 0. Ну, по крайней мере, 4 в 0. И пришел бы Леон, добил бы пальцем у Рейнджера. Было бы примерно так. Уже Spirit Breaker там покупает варды и... Что появилось у них? Ну, так, Баратрум, ульт, тут есть Queen of Pain, возможно, это минус инвокер. Нет, он есть инвок, и он уходит. Постволк. Ой-ой-ой, куда ты идешь? Ты же на варде. Нет, все, молодец, понял. Все, понял, просто инвокер и отходит. Vengeful Spirit появляется уже Аркан Вудс, появляется Блайдстоун. Полетел Баратрум куда-то в мид, куда? На Тейтхантера, но Тейтхантер делает тэп-аут, и Баратрум ни с чем. Почти механизм появляется у Энигмы. Вокер собрал себе уже медасик, барабаны. Рейнджер дособирал себе Драгон Лэнс, есть масочка, и не знаю, что она будет делать дальше. Котла там мигали, возможно, знает, что вард стоит. Ну, вингу я уже показывал. Так, Queen of Pain. Ну, все-таки она пытается все дальше выходить свой аганим. Будут пытаться сейчас команда Easy Win, наверное, сплетить в мидовую вышку, забирать ее. Можно и подраться, Равага есть. Нет, отдают они просто вышку. Нет, не отдают, будут пытаться собраться. О, Равага в одного Леона, ладно. Неудачно получилось. Главное, что получилось. В это время Тракса там ломает снизу, пытается вышку. Инвокер забирает еще и... Кипера, кипера. Так, дальше. В принципе, можно драться. Там пошли станы от Энигмы, пошел Йоу от Деспрофит. Так, что как-то гаш свапает еще и Queen of Pain, и Queen of Pain побегает. Бежит сюда Баратрум, но, по-моему, зря он это делает, потому что Баратрум здесь просто умрет. 5 человек, да, все, отменяет он, и идут они на Т2 просто ломать. Т1 сломала нанизу. У нас Тракса, 1236 голды, 2072 опыта зарабатывают команда из... Ну, команда Рудов. И, по-моему, все становится плохо у команды Easy Win. Можно уже открыть, я думаю, нетворсы. Инвокер на первом месте, на втором месте Тракса. За кем бегут? Бегут за инвокером, так. Поднимают инвокера в Ю. По-моему, это было глупое решение. Ветра, ЕМП. По-моему, сейчас еще приедет. Приезжает там Кипров The Light. Пытается забрать Клопу. Клопа должна умирать, умирает Клопа. Не помогает никакой ультимейт Деспропит, и, по-моему, Деспропит сейчас тоже... Нет, Деспропит еще забирает Тайтхантера, и, возможно... Да, Деспропит умирает здесь, просто Экса ее съедает, и еще Баратрум здесь умирает. Так это конвейер, конвейер просто гейминг, ребята идут по одному, отдаются все вместе. Кроме Леона, Леон все-таки решил развернуться, и будут забирать еще очередной Т2. 1400 голды и 324 опыта зарабатывает команда из Рудов. Откроем графики, по голде они уже просто выбьют 14 тысяч плюс преимущество, и по экспириенсу, ну, где-то около 13-14 тысяч тоже там, в районе того. Механизм появляется у Энигмы, у Инвокера уже почти аганим, 900 голды до аганима, у Дроу Рейнджер появляется Хэлл Доминатор, я так понимаю, это выход в Мьёнир. Заходят ребята из Рудов на Рошана. Форстаф собирает себе Vengeful Spirit. Кинофейн не продвинулась. Кипер вызывает, собрался все-таки хайдресочку. Она не сильно, наверное, уже поможет. Ну и все, по-моему, Йоу. Все земное. Это, наверное, будет в какой-то бутстоун выходить. Деспропит. Ну, не думаю, что это сильно им поможет. Сейчас просто пойдут и догадают ребята из Рудов. Баратун так ничего толкового не собрал. ПТ-шку себе добрал и все. Видят, по-моему, нет, не видят команда Руды, по-моему, нету тут варда их. Идут они перетягиваются на Т2, на
Топе. Быстро они его сломают. Все-таки класс в экс-инвокер дает, конечно, хорошее преимущество в драке, но я думаю, если бы был инвокер безортовый, они бы пушили просто немножко быстрее. Ну, в принципе, у них и так все получается, так что я думаю, это верное решение команды Руды. Только не понимаю, вот пик команды Изи Вин, по-моему, Банша и Квин оф Пейн. Квин оф Пейн, захватившая в начале доминирование особо. Ну, сложно ей потом набрать ритм игры назад, вернуться в игру. Так, торнадо, ЕМП пошло. Там почти отъехал Пипер. Ну, в общем-то, могут они на ХГ заходить. Есть Аегис, кого там Аегис, я не помню, Аегис у Драксы, и, в принципе, должна она заходить. Гофаквилла можно было бы включить. Ребята, 5к ММР. Все-таки должны знать такие простые вещи. Как ауры на крипочков. Да ладно, заигрался просто. Не видит он, не замечает. Ну, сложно заходить тут на хайграунд. Тут нужно сначала как-то убить оппонента. Так, там у кого-то у Тайдуки появляется Pipe of Insight. И я думаю, Illuminate не так страшен им теперь. Нужно просто зайти в наглую, забить на этих крипов, зайти и подрастать. Вытолкали там, свапнули ДП и убивают ДП. ДП, по-моему, без байбека. Да, ДП без байбека, и можно заходить спокойненько, ломать. 200-300, почти 300 сбил уже с руки, подолакайте, ломает Тракса, это очень быстро. Вот были бы еще фамилии эти... Это как-то не то. Ну, это он и есть. Так, пошла драка, Соник Вейв, палец Траксу, все когда сделал до Траксу, пошел Ревич. Такса сейчас лестница и просто забирается Queen of Pain, убивает тут на изи просто Леону, забирает, стирает просто Баратлина, стирает Кипров Зелайка, выкупается Тракса и... Ой, не Тракса, а Queen of Pain, и ничего Queen of Pain не может сделать. В общем, это Team Vibe, 5 в 0, 1600 голды, и можно идти в трон просто, тут уже, по-моему, ГГ. Покупает себе грифсы. Грифсы покупает себе Тейт Хантер. Ребята думают, что ли сервер мой, что издеваетесь? А, переподключается, то есть пропит. Поинты, да это просто я сейчас стримлю, это моя внутриканальная валюта, так сказать. Если вы почитаете описание канала, то вы все поймете. Для чего эти поинты? В общем, ломается еще братья по небу, третий еще братья по небу. Если бы могли спокойно идти в трон, то без пропит подрубает свой экзорцизм, пытается подраться, но, по-моему, вингу должны тут забирать. Зацепят они вингу. Винга еще живет, все это время живет винга, и вингу не пробивает, там дерется, там пошел блокхол. Убивает Леон блокхол, забирает вингу, забирает баратрума, забирает еще Леона. Сайленс пошел, сейчас Queen of Pain просто отъедет. Нет, не отъезжает Queen of Pain. Там Тейт Хантер дерется. Нет, все-таки да, отъезжает от Queen of Pain и Кипер отъезжает. Все, по-моему, это изи гейм. Бесполезно вообще сопротивляться. Байбекается Вингая. Еще что-то. Ну, почти 2000 получили руды и заканчивают эту игру. По-моему, все было понятно, когда они проиграли файт еще вот здесь. ГГ пишут. Изи, и это пока что 1 в 0 в пользу рудов. В общем, через несколько минут будет следующий, ну, второй матч. Так что далеко, ребят, не разбегайтесь. Победа сил света, так пока можете посмотреть, там статистички, все дела. Мне пока нужно скинуть скриншот нашей администрации. И мы уходим на небольшую короткую паузу. В общем, не переключайтесь, через пару минут мы вернемся.